Хочу вам показать еще кое-какие свои обновки. Вот такие вот очки. Я себе сделала подарок на Новый год. Ну, мне нужны, конечно, уже новые очки. Такая вот красивая оправа. Она не железная, а пластмассовая. Правда, ее цвета вы не увидите, потому что на улице пасмурно, а свет не хочу я домашний включать. Но на самом деле у них цвет оправы фиолетовый такой. Они очень красивые. Ну, не знаю, конечно, мне они идут или нет, не знаю. Сейчас я вам покажу, как они на мне. Вот так они смотрятся на мне. Да, вот так вот. Еще у меня есть еще одни очки. Мне их, правда, мне их подарили. Эти я, которые вот показала вам только что, я их купила. А вот эти вот мне подарили. Ну, это как считается, это как вторые очки в подарок. Сейчас я вам их покажу. Такие вот очки. Сейчас я положу, чтобы было лучше видно. Вот. Да, такие вот очки. У меня первые очки вот почти точно такие же. Вот да, почти точно такие же первые очки. Так что вот так вот. Да, вот такие вот очки. Еще вот такой вот нимфутлярчик. Только это очкам, которые я вам показывала первый. А ко вторым вот они в обычном, вот в пакетике в обычном лежат. Так что вот так. Вот такие вот. Сейчас я открою, покажу футлярчик. Ну, так, ничего обычного. Вот такой красненький футлярчик. Так, а сейчас я вам покажу свою бижутерию. Вот она лежит у меня вот в такой шкатулочке. Да, шкатулочка такая вот коричневенькая. Тут она темная, потому что освещение. Да. Первый вот мой браслетик. Такие вот железочки. Цепочка железная. Там у нее ремешочек вплетен. А это вот бусинки белые. Они как, ну, типа как искусственный жемчуг. Еще вот на тех навешано вот Эйфелева башня. И черная розочка. Да, розочку, конечно, не очень хорошо видно. Вот такая вот черная розочка. И нимбусики. Вернее, браслет был к бусам, потому что все это продавалось по отдельности. Вот такие вот красивые бусики. Тоже такой искусственный жемчуг. От мелкого к крупному. И вот тут тоже так же, как и браслет сделан, тоже цепочкой, там вплетена веревка. Ну, это вплетено тоже. И вот такой вот еще красивый черный бантик. Вот такие вот мои обновки. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!